по которой мы с вами приехали. Но он был засадный, потому что там был заигрывающий танк. Их был взвод. Три танка стояло. Тот держал, ну, типа, заманивал. Начали наши бодаться, а он лоб подставляет и отходит. А эта мразь стоит и вот здесь ждет. Ну, наши, что как бы, получается, гонят. Он задом отходил, отстреливался. Наши давят. А этот ждал, чтобы наши подставили бока. Вот, ну, я не знаю, кто-то глазастый или в рубашке родился. Эту мразь увидели. И сразу успел его этого, он даже выстрела не успел сделать. Ему комулем просто пробивает днище оттуда же. И все, взлетает, вот бы, обламки этого бронежилет. Ну, они умерли быстро. Сорвало башню, потому что они закрыты. Это того танк мы разбули. Ну, сразу. Он упал, мы его эвакуировали уже. А третий, который был взводный, он рванул в Васильевку. Вот. И так мчался. Я вам покажу овраг, где он просто туда улетел. Кинули танк, мы его вытаскивали два дня. Что это за место? Где мы находимся? Это Васильевка, направление Трудовское. Васильевка, Трудовское и Водное, да? Водяное. Это от Водяного, это уже окраины. С левой стороны окраины Волновахи. Сотка давит оттуда, мы отсюда. Сомали обходит. Я прошу прощения, сколько вот между соткой и между вами сейчас по позициям? Расстояние? Да. Вот сколько вам надо, чтобы сойтись? Ну, он как бы разбросан, он такой клешневый. Видели карту? Он разбросанный двумя как бы штанами. Плюс железнодорожный это. Ну, надо еще время, чтобы сойтись. Как бы уже контролем дороги. Фактически там одна осталась дорога на выход. Вот, ее сейчас зачеканили. И теперь им уже не выйти. Можно еще раз попросить у нас...